самое странное в этом бродяге Н, даже некеды с нашивкой судью осудят. Есть в нем упрямство. Какой-то дурацкий ген, он еще что-то находит во встречных людях. Ладно, пусть ищет, быть может, не в этом соль. Кто-то рвет струны, играя в своем подвале, кто-то на дачу несется сажать фасоль. Хобби есть хобби, но нет же, бродяги мало. Нет, чтобы молча, он хочет других вовлечь. Этакий псих-проповедник убогой школы, горе-ученый, искавший старинный меч и откопавший всего лишь жестянку колы. Роется в них, как на сувалке голодный пес, силясь извлечь на поверхность огрызок света, мол, приглядись и поймешь, что любой отброс в мире помойки еще может стать монетой. Стихотворение Дикона.